У православных сегодня Святая Троица, один из главных христианских праздников. С утра во всех храмах, украшенных молодыми березовыми ветками и цветами, было много прихожан. Патриарх Кирилл провел богослужение в духовном центре страны, в Троице-Сергиевой лавре, в подмосковном Сергиевом посаде. В древнюю обитель съехались тысячи паломников. Праздник Троицы называют еще Пятидесятницей, когда по преданию на 50-й день после воскресения Христа произошло сошествие Святого Духа на апостолов.